общем, место, где хотел поставить палатку, оказалось гнездом. Придется, в общем-то, ставить немножко, ну, не на такой ровной площадке. Привет! Палатка Альфа от известного чешского производителя Trim относится к серии Trekking, в которой представлены всесезонные палатки. В этой палатке комфортно могут разместиться 2 человека, ну а при желании можно разместить и третьего. Палатка в чехле представляет собой цилиндр размерами 15 на 15 на 48 см, ну а после сборки полусферу с габаритными размерами 220 см плюс 90 тамбура, шириной 150 см и высотой 110 см. Конструкция двухслойная, с проклеенными швами. Внешний тент сделан из полиэстера, устойчивого к ультрафиолету и имеющего уровень водонепроницаемости в 4000 мм водного столба. Для внутренней части использован легкий дышащий полиэфир, полиэстер прекрасно, который пропускает воздух в обоих направлениях, ну, не препятствует отводу лишней влаги из палатки. Но палатки представляют из собой прямоугольник из нейлона с полиуретановой пропиткой, которая обеспечивает уровень водонепроницаемости аж в 10 тысяч миллиметров водного столба. Внутри палатки имеются карманы для вещей и петля для фонаря. Дуги палатки выполнены из материала DuraWarp. Это представляет собой такое армированное стекловолокно, в общем-то, эти направляющие. Основными достоинствами этого материала является прочность на изгиб и неподверженность остаточной деформации и долговечность. То есть получается, что сначала они как бы изогнутые, да, потом вы собираете, все абсолютно ровненько, без каких-либо нареканий. В палатке Trim Alpha используются дуги диаметром 8,5 мм. Располагаются они крест-накрест, ну и являются такой основой ее крепления. Наличие тамбура и противомоскитной сетки – это, безусловно, еще одни достоинства в прибавку к уже названным. Да и вес, в принципе, 3,2 кг – это довольно легкий вес для такой палатки. У меня получилось поставить палатку быстро, с первого раза. По времени я не засекал, но думаю, менее 5 минут на все про все. То есть, все интуитивно понятно, да, и как бы инструкция в картинках есть. Мне очень понравилось. Я имел опыт ночевки в палатке в горах, максимум, наверное, дней 12, но по опыту скажу вам, что эта палатка прям ощущается, ну, более высокого уровня. Компания Trim представляет гарантию на изделия в течение 2 лет с момента приобретения. Спасибо большое магазину fonarikmarket.ru за предоставление палатки на обзор. Ссылки я добавлю в описании. На сайте у них были просто сказочные палатки, не сильно дороже этой, но мне они были велики. Вообще советую как бы обратить свое внимание не только на эту палатку, но и на другие модели компании Trim. Потому что, ну, прям лично по моему впечатлению, были, ну, вообще сказочные палатки, просто сказочные. Я просто для себя действительно подумал, что мне было бы перебор. А так, в общем-то, у кого большая семья, или кто вот предпочитает такой более, ну, как бы скажем, крупные палатки, да, брать с собой на отдых что-то как-то, то, в общем-то, очень рекомендую присмотреться. По крайней мере, мне кажется, по стоимости прям вообще замечательно. Понравилось, доволен. Вам тоже рекомендую. Цвета, кстати, есть не только песочные, но и, опять-таки, различные. То есть, обратите свое внимание, есть там и яркие расцветки. Ну, кому что, на любителя. Всем спасибо, ссылки в описании. Всем удачи, всем пока.